нормально. Самый шикарный город на курорте, если честно. Я был в Ялте, я был в Евпатории. Ну это за... Да, я еще трошки подрандю. Мне можно, брат. Баксик, 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 баксик. Ой, ладно, что? Я продолжаю. Саня, погоди. А теперь угадайте, какой? Кстати, вы тут некоторые были там присутствовали, должны признаться. Этим летом в городе Бердянске проходили. Так, мимо, шаг, проходи. Вот оно, что проходили. Да. Rock Generation Open Air Festival! Кто там был? Так вначале я знаю, были! Отлично! А теперь, Санёчек, подскажи. И вот этот коллектив! Вы вместе со Слоугетами, как девчонки, попали в десятку! Самое яблочко! Наперед скажу, что эта группа называется Set Spirit. Тихо, не орать! Не орать! Не орать! А теперь пару вопросов, Стас, ты готов? Боже, мне так листит твоя бородка, но она у меня не растет, зараза. Тихо, не орать. Тихо. У меня последний два вопроса. Так, Марк, вы еще с нами? Гости, вы еще с нами? Группа Set Spirit! Ну, говорю, вернёс! Мадам-бока! У вас отличный... Привет, Дагон! Своя группа Set Spirit, и мы отойдем. Yeah.
Алло, добрый вечер, Токмак. Да, я знаю, что я вам уже надоел, но у меня пару вопросов. Вот смотри, тихо. Кто бумажку нашел? Кто? Не, я не нашел бумажку. Не важно, после уже конец фестиваля, это не скажу. Короче, во-первых, тут у человека и ни одного день рождения за машину. Но мы сегодня потучились. Да. Мы уже многое знаем. Да. Волк здесь я сам участвовал, я видел, уже знаю. А теперь самое главное, самое простое правило. Если кто-то упал, обязательно поднять. Если кто-то не поднимает, я того сам буду бить. Упал, подними. Главное правило е! Ну а теперь ближе к делу. Что на самом деле здесь происходит? Здесь происходит мясо, рубилово и т.д. и т.п. Кто за? Только не уморьте в харю! Не вздумайте никогда! И даже не предполагайте об этом! Просто обычные плотняковые танцы не для девочек, а для всех! Сука, для всех! Все спины продолжаем! Отлично, ведущий. Сейчас... небольшая песня. Песня специально для Токмака. Она небольшая, но я думаю, она вам понравится. Разбейтесь на две половинки, друзья мои. Разбейтесь. А я на вашем месте посередине отошел. Я просто говорю, пожалуйста. Не слушайте меня, пожалуйста. И когда на раз, два, три я крикну что-то типа...
Так вот, пацаны, я знаю нескольких людей из Токмака, и мне говорили, что здесь действительно отличная группа. Здесь большая. Честно скажу, на донорах вначале я зашел так посмотрел. Черт! Кошмар! А сейчас я вижу. Чтобы не тянуть кого-то за что-то, называется «Сапер». We'll be right back.
извините, это не я сказал. Матюк, не вырубайте нас, пожалуйста. Вот вы видите вашу жизнь, когда вы думаете, что ваша жизнь никому не нужна. Запомните, всегда найдется тот человек или те люди, которого вы строите. Ваша жизнь не будет бесполезной. Следующая песня называется «Listen, no!» Oh,
Сиськи! Ну чего вы сиськи? Так, вот эта песня называется Perfect Life. Thank you.